На прошедшей неделе руководители области и города сдали своеобразный экзамен. Вопрос был всего один. Как мы прошли 2012 год? Какие поручения жители чаще всего давали депутатам? Как сами законотворцы оценивают результаты своей работы? А главное, чего ждать от них в году грядущем? Об этом мы расскажем сегодня в 19:00 в программе «Оперативный эфир».